Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок на моем твинке, на US-ке. Мы сегодня будем добивать некоторые талантики для героев, которых я перекачал, прокачал. На некоторых героев нам надо будет поменять основные таланты ради теста. Ну, в общем, поехали. Коробок у меня хватает. Сейчас мы доберем их, потому что кулаки уже некуда девать. И приходится все-таки их сливать. Как видите, немерено ресурсов здесь, поэтому трешечка нам будет хватать. Так, поехали на нашего стрелка. У меня, как видите, куча разных ронинов есть, но я всегда начинаю со стрелка. Поехали. Так, ну, просвет, я не знаю, нафиг никому не нужен, честно говоря. Вот, грубая сила, это поинтереснее, но она мне тоже по сути не нужна. Нам нужна огненка. Кстати, последнее время неплохо просвета начали падать. Так, ожива. Ожива, кстати, интересный вариант для многих героев. Так, тут огненка, бастион. У меня один некрос. Так, этот есть соживый, этот есть. Бигги соживый есть. Фрея. Фрея, огники есть. Ну, по Фрею, в принципе, можно вот это слить. И качнуть. Так, поехали дальше. Хочу несколько огненок найти. Понравился мне Рину с огненками. Хочу некоторых героев здесь прокачать. Ремочка, неплохо. Неплохо, неплохо. Только ее некому ставить в нашем случае. Он у нас ремки не имеет. Кстати, давайте на Кенди прочный пак сольем. Так, чуть не качнул на девятку. Это я люблю делать. Такс. Грубая сила. Ну, такое себе. У каменка вообще уже не актуально после выхода священного огня. Так, а вот ожог. У нас будет склад ронинов с ожогом. Так, сразу же не забывать улучшать. Саморазрушение. Интересный талант, конечно, но, к сожалению, не особо актуален. Бег. Бог войны тоже после выхода пакта не настолько актуален стал. Конечно, для пиздоната любой из этих талантов будет очень интересным, но у меня, к сожалению, здесь он не будет актуален. Так, еще одна ожива. Кого интересного нам бы потестить еще с оживой? Что у нас такое есть? Кстати, РС. Я его показывал уже. На девятке сожевой тащит. Потом вам еще его покажу. Так, окей, поехали дальше. Кстати, и Вольту можно потестить, если выпадет. Ракушка. Ну, ракушку я уже потестировал. Такое, честно говоря, не особо впечатление от нее. Так, сюда надо водушку будет поставить, если будет. Так, что у нас там? Ремочка, да? Грубая сила, пакт. Арктика, утекание. В принципе, на Арктике можно поменять утекаху.
качнуть ремку. Так. Баст опять упал, но баст не особо нужен. Кстати, неплохо талантики падают сегодня. Но пока с последних мы ничего такого не словили. Надеюсь. Вот смотрите, опять оживу. Так, что у нас тут? Огненькая ремка. Можно качнуть тоже оживу. Тут уже и ремок восьмых на аккаунте хватает. Почему? Многие спрашивают, почему оживо, оживо. Потому что герой ресается еще плюс один раз, это немаловажно. Рунами можно сейчас поставить любой талантик, поэтому как бы у меня вопросов, точнее выбора, хватает на этом аккаунте. Так, а тут у нас огник вообще. Надо кого-то качнуть интересного. Так, замедление. СО. Ну, замедляхи уже здесь хватает. И тут уже даже есть. На стрелке тоже есть. Ладно, поехали дальше. Так. Это интересно. Сразу ставим сюда. Хочу сделать склад Ронинов с ожогами. Жалко, что на атаке фортов нельзя сразу несколько выпускать. Было бы интересно. Так, вот, отлично. Огненка. Огненка у нас идет на Бигфута одного. Будем его тоже тестировать. Так, отлично. Ой, как хорошо ожог падает. Когда бы так. Чего-чего, а здесь кулаку, блин, на этом сервере, ну просто не жалко, их тут немерено дают. Так, бег, это, конечно, интересно. Еще одна ожива. Что у меня тут по героям есть? Так, убираем отсюда бастион, ставим тоже оживу. Понравился такой, кстати, некрос мне тоже на древних. На древних понравился. На китайке у меня такой прокачанный есть, в принципе, неплохой вариант. Так, корка, но у меня, к сожалению, тут один анубис. О, отлично, еще одна огненка. Так, тут у нас согненькая уже есть. Может, это Фрэнки с огненькой качнуть? Давайте попробуем ради теста. Хоть у него и понижение, все равно должно быть интересно. Так, утикаха. Кстати, можно попробовать Махатму с утиканиями живой. Так, хочу командуру попробовать на по локациях тоже с живой. Ну, когда до этого дойдет. Пока, честно говоря, до этого еще не дошло.
Ну, интересно будет посмотреть на это. Бог войны. Вот посмотрите, здесь не так падают. Отлично, еще одна огненка. Такс, такс, такс. Бугимен у нас тут с пактом. Смотрим, кто у нас еще огненький нуждается. Рину, кстати, мне там понравился. Тут Рину с огненкой есть. Бигфут у нас уже есть с огненкой. Фрейн, у на Фрейе смысла нету. В принципе, можно Афинку попробовать как вариант. Посмотреть, какая она будет. Так, Асурика мы пока трогать не будем. Надо подумать, кто у нас в пачках будет использовать Анатехи. Можно ставить, в принципе, можно сюда поставить Орлинку. Показывал я тоже такого пирата, будет плюс 40% на максималке, тоже будет интересен. Так, поехали дальше. Блин, смотрите, как неплохо сегодня все падает. Все то, что надо. Так, с бастом можно, в принципе, убрать. Басты рунами поставим. А качать ему 9-й баст смысла не вижу. Так, let's go. Каменка. Интересно, нам воодушевление упадет хоть раз? Рассвет. Падало бы у нас так на русском сервере, как здесь. Отлично. Ничего себе, нимбл упал. Кому бы это его поставить? А его-то ставить некому, к сожалению. Так. Мы уже, в принципе, всех таких перетестировали. Конечно, уклонение дают неплохо, но толку от этого... Давайте, кстати, на огнике протестим. Почему бы и нет? Конечно, быстрого заряда не надо ему, и в принципе уклонение это его не особо. Ну, хотя может и спасет. Посмотрим. Тут у меня ожога, к сожалению, нет, по-моему. Может и есть, надо будет посмотреть. Ну, сейчас я гляну. Не, по-моему, у меня ожога нету, но на китайке надо будет сделать. Только пятерка есть. Ну, как видите, неплохо, неплохо падает. В любом случае, лучше, чем на русском у нас. Так, бастион. Саморазрушение. Еще один бастион. Ну блин, ну с коробок реально сыпет просто. Светы сыпят. Нету всякой там фигни, как у нас на русском. Более-менее такие нужные таланты падают. Ремка. Вот так вот даже. Даже вот так вот.
рунами можно поставить вот так вот пакт и не заморачиваться. Так, поехали дальше. Смотрите, порученный пакт упал. Офигеть. Неплохо все падает. Давайте уберем утикаху. Поставим сюда пакт. Тоже может качнем на девятку. Пишите в комментах, какого героя, чем вы хотите увидеть. Мы постараемся это сделать по Берику. Так. Бог войны. Тяжелый удар. Опять ремка, офигеть. Просто офигеть. Неплохо так дает. В принципе, тут можно тоже этот пакт убрать. Ставить сразу же ремку. Интересно будет собрать пачку с живыми девятыми и потестировать. Я уже, в принципе, на древнем тестировал. Мне понравилось потестировать в лабиринте, пройти в топ. В принципе, у меня тут сила хорошо развита, уже можно бегать. Думаю, топовые пачки будут попадаться лучше даже, чем на основе. Так, ладно, живу пока некому ставить. Грубая сила. Блин, ну, что я могу сказать, круто. Кстати, хотел ремку потестить, воодушевление нафиг не надо уже на ней, а вот ремочку. Очень-очень актуально будет посмотреть. Так как можно рунами даже ту же самую оживу поставить. Явно будет реально неплохо смотреться. В общем, ремка возвращается, ребят. То мы сливали, теперь возвращаем все обратно. Так как она дает урон для финки, это вообще чудесно. Падает, блин. Замедление. Охненько. Поставлю вместо замедления охненьку, тоже потестирую на ней. Ничего себе, даже берс выпал. Еще одна жива. СО, нифига себе. Посмотрите, как начало сыпать. Да, это намного круче, чем на русском, однозначно. Выживание даже упало. Офигеть. Это понеслась. Кстати, мы 100 ящиков. И со 100 ящиков неплохо упало. Еще один берс. Ладно, добиваем до 900 и, в принципе, пока остановимся и будем потом дальше трешивать, сливать коробки, потому что кулаки реально делать некуда. Все, пишите комменты, подписывайтесь, бомбите, как обычно, я сливаю там топовые таланты, еще что-то, но для этого этот аккаунт и создан для теста. Всем удачи, всем пока.